Ешь-Каролинская сказка с продолжением. У вырезанных из дерева фигур русалки и ученого кота на улице Вознесенской появилась соседка – Баба-Яга. На ее изготовление потребовалось 3 месяца и около 30 тысяч рублей. Это средства частных предпринимателей. Идея установить сказочную фигуру принадлежит владельцу одного из магазинов Ешь-Каролы – Сергею Слесареву. Фигуры вырезал скульптор Геннадий Ефремов. Художник, по его собственному признанию, старался придать знаменитой ведьме финно-угорские черты, так же, как и своей предыдущей работе «Русалки». Однако новая скульптура скорее больше напоминает старую добрую Бабу-Ягу в исполнении советского киноактера Георгия Милляра. Планы, конечно, есть. Соловей-разбойник уже буквально в сентябре займет рядом место с русалочкой. Кощей бессмертный, дракон. 6 богатырей. Многие ученые спорят, оказывается, уже есть и день рождения Бабы-Яги, 26 июня оно празднуется. И родина Бабы-Яги есть, правда, в Ярославской области. Ну, сейчас идет оспаривание, то есть, может, она имеет марийские корни, может, она отсюда происхождение. Все-таки это лесной житель, поэтому Баба-Яга не зря здесь появилась. Кстати, автор экспозиции уже вынашивает новые идеи. Возможно, что уже в сентябре к сказочной компании «Лукоморье» присоединится еще и «Соловей-разбойник».